Как вы уже поняли, я вам показала рецепт панкейков, которые я сегодня на завтрак делаю, ребятки. Вот такие вот, видите, у меня тут кошечки, мишки, хрюшки, динозаврики. Так что вот такая вкуснота у мальчишек сегодня на завтрак. Так, ну что, вот такой вот у меня панкейки получились вот такие. Налила сиропчика. Вкусные, красивые, обалденные. Я не пробовала, но Тёмка уже один убежал, говорит, очень вкусные. Сейчас сделаю следующую порцию. На этой сковородке единственное, что неудобно, переворачивать. Еще бы, знаете, вот так вот бросать, чтобы оно переворачивалось. Было бы круто. У меня на завтрак была, как обычно, моя королева гречечка. Так что сегодня начнем с распаковочки Василечка. Девочки, мне захотелось, я в последнее время, вы, наверное, может, заметили, нет, люблю однотонное белье. Но мне что-то захотелось немножко разбавить свою однотонную жизнь и добавить цветов. Сегодня вот такой комплект заказала, серенький, красивенький. Видите, они сейчас делают сумочки, комплектик приходит вот такой красивый. Заказала серый какой-то, цветы серые. Ой, вообще красивые, смотрите какие, как раз мне под кровать. Сейчас я его пропарю своим парогенератором и постелю, и покажу, как это будет выглядеть. Еще я заказала белый комплект, ой, на лето. Люблю летом белые комплекты. Обычный такой белый. И знаете еще, что, девочки, заказала? Кинулась, у меня нету салфеток. У них такие классные салфетки. Заказала вот такие белые красивые, 10 штучек. Потому что гости приходят, представляете, кинулась, нет салфеток. Вот такие, с ажурными. Потом лимончики. Вот такие 9 штучек. И вот такие серенькие. Тоже 10 штучек. Пусть будут, потому что у меня салфеток вообще нету. Вот, так что сейчас буду стелить белье мое красивое. Так, ну что, смотрите, какая красота, нежность. Сама нежность получилась, очень красиво. Девочки, Тёма уже примостил тут своих друзей. Очень красивый комплект, мне очень нравится. И не забывайте, кстати, хотела вам сказать, что сайт Василек скоро перейдет на новый сайт. Я вам со временем ссылочку тоже оставлю, не теряйте их. Они будут на более модном, обновленном сайте. Ссылка будет внизу. Вот такая красивая постелька у нас. Прям красота. Девчонки, мы с Тимоном выкидываем мусор и едем встречаться с моей мамулькой. Сегодня мы ей будем делать подарок. Да, Тём? Мы приехали уже в город, мама нас уже ждет. Девочки, ехали с таким таксистом вообще. Я всегда, когда с такими езжу, думаю, быстрее бы машину себе купить. Иногда устраивает, иногда он так гнал. А я еще с Тимончиком, Лимончиком. Короче, вообще трэш. Холодно у нас сегодня. Маман моя стоит. Привет, ну что, ты в ожидании подарка? Да, привет, мой сладенький. Ну пошли выбирать тебе подарок. С мамой на рынок наш зашли. Ой, тут тоже такие цветочки. Не, не нужно. У меня есть дома замороженное. Цветы красивые. Смотрите. Рынок тоже с цветочками. Что ты будешь покупать? Ну, я возьму капусту цветную, папа яблоко. Они полезные и красивые. Тоже с моим мандарин. Он может стоять спокойно долго, да, розмарин? Когда стоит вечно зеленый, а летом цветет, как лаванда сирень. И вот каланхой. Цикламены. Ты куда идешь? Ну, а что ты там возьми? Зачем ты будешь? Перекрестки же тоже есть. А, ну давай. Не знаю, сейчас. Хочешь, Саня, пойдем. Тём, пошли отсюда. Какие красивые рынки. Ой, какие гранаты красивые. Как же я люблю вот эти всякие штучки. Красиво. Вкусно. Но это очень калорийно. Очень. Из-за этого я не беру, потому что я, если ем, то их ем много. А мне нельзя. Чурчики лактосит. Если тут в магазинчик есть у нас корейский. Корейский, по-моему, или китайский. Корейский, наверное. Хочу такой баблгам купить себе. А это что? Про этот. Это скраб для тела, Зай. Я вот такой хочу. Баблгам. Вкусно пахнет. Нежное мыльце. Что тут еще есть? Соль. Соль. Я вот эту возьму. Свечки. Это что? Набор для выращивания. Это нам не надо. Бутильнички. Тем, смотри. Взять тебе? Да, сегодня у меня покупочки с Валбериса. Умывалку себе заказала. И заказала очиститель кислородный, бренд Free. Пользуюсь не впервые, уже пользовалась, нравится. И сегодня вам покажу, протестирую, как он работает с белым бельем. Мамочки, особенно у кого детки, школьники, девочки, это беспроигрышный вариант. Сейчас покажу, как им пользоваться. И какие пятна. Илюша сегодня запачкал вареньем. Тут рубашки, манжеты, все желтое. Короче говоря, девочки, сейчас вам покажу, как не останется и следа от этого пятна. Берем, насыпаем очиститель. Ну, я беру вот так, мерная у меня ложечка вот такая. Добавляю еще. Я где-то 2 ложки вот кладу вот такие. Вот. Прям на пятно. И заливаю кипятком. Уже чайник у меня. Вот, смотрите, как она, видите, шипит. Вот так. И оставляю на 2 часа. А еще я его использую, вот, допустим, могу посудомойку засыпать, помыть посуду, очистить трубы. Он много где можно его использовать. Еще мне нравится, что он гипоаллергенный. Он безопасен для большинства материалов, не содержит хлора. И, конечно же, большое количество хороших отзывов о нем. Вот я, допустим, могу очистить трубы, тоже чищу им же. Так что, ребят, если есть желание, заказать это все можно на Валберис или Озоне. Ссылочка будет внизу в описании. Но меня он спасает. Допустим, манжеты мои белые, рубашки чистые, трубы чистые. Еще можно мыть, конечно, кафель им. Также растворяете и моете кафель. После замачивания, после 2-часового, я его ставлю, белье, в стиралку, выстирываю, высушиваю и глажу. Результат отличный. Ну и, конечно же, девочки, показываю вам результат. Посмотрите, идеально белая рубашечка, которая была заляпанная, некрасивейшая, а сейчас она белая, белая-прибелая. Я прям в восторге от этого порошка, конечно. Вот, смотрите, о, идеальненькая. Вот, вот так. Девочки, забыла же, приехали показать вам. Тёмка взял себе вот такую атомную бомбу, здоровенную, вот такую купаться. Я Илюшке взяла вот такие. Вот в этом магазине. Вот такой. Так, взяла себе вот такой баблгам. Скрабик. Скрабик. Хорошо, хорошо. И взяла маме 3 маски, она себе забрала. И себе взяла масочки, там такие подешевле, чем везде. Тканевые. Иногда, давно не делала, иногда делаю. С кокосом взяла вот такую. Там, кстати, они подешевле, чем Магнит Косметик и в остальных. И вот такую малинку. Малинку, я буду сейчас малинку. Да, малинка. Малинка. А вот это давай понюхаем. Девочки, так пахнет. Ароматно вообще, да, так это... прикольно, да? Как будто ешь. Да, как будто жвачка. Не знаю, как оно в этом, но очень вкусно. Посмотрите, вот такое. Это как будто ты ешь. Да. Да, как будто ты ешь. Будешь есть? Ну, я знаю, что ты бы все съел. Я готовлю ужин. У меня на ужин сегодня салат. Девочки, когда делаю салат, прям хочется весны. Уже прям вот окрошка, весна, шашлычок. Надеюсь, погодка. Но у нас в Сочи всегда погода именно февраль, март, март-апрель это холодно. В мае уже распогаживается, ну и то. Варю макароны-бантики, и у меня котлетки сегодня, вот такие куриные котлетки. Я их пропариваю на медленном огоньке. И салат. Достала куриное филе, хотела цезарь сделать. Ну, подумала, что будет перебор. Пусть разморозится на завтра, замариную, можно завтра сделать цезарь. Кстати, девчонки спрашивают, Оль, прилипают макароны? Ничего, девчонки, вообще не прилипает. Я вообще настолько в восторге от этого набора. Я так рада, что я его купила. Обалденный набор. У меня же еще мисочки разные, такие красивые. Очень зачетно смотрится на кухне. Вот, так что вот такой ужин у меня. У нас, кстати, солнце выглянуло. Погода, конечно, ну очень прохладно. Прям морозяка, видимо. Ну, холодно. Холодно, но солнечно. Я привезла Тимончика к логопеду. Сегодня я везу. Знаете почему? Потому что Макс заболел. Вообще сильно заболел. Кашляет, лежит. И Илюшу заразил. Короче, у нас сегодня была ночка веселая, девочки. Всех выхаживала. Отхаживала. И сегодня мы с Тимоном приехали сами. Сейчас буду целый час мерзнуть. Мы рано еще приехали так. И идем к морю. Морозному. Я в пуховик одела, потому что сейчас мне сидеть его целый час ждать. И мне будет очень холодно. И я решила утеплиться. У меня, как всегда, книжка, я как раз ее беру, там читаю. Дома нету времени читать. Вот, такие дела. О, это у людей корпоратив на морозе. Такой холод собачий. Здесь, по-моему, только сидеть можно с каким-нибудь горячительным напитком, типа водки или коньяка, потому что очень холодно. Где купаются? Никто не купается. Не трожь, не трожь руками. Ребят, продолжаем влог. Сегодня продолжение влога начинается с того, что я освободила, ну не я, конечно, Макс повез маме моей диван, поехала его собирать. Мы освободили место для нашего новенького диванчика, который должен сегодня приехать. Вот, места столько много стало. Диван приедет, поставят, установят. И будет хорошо. Будет очень хорошо. Я думаю, что с новым диваном, девчонки, полы все помыла. Сейчас надо еще здесь протереть. Илюшка у меня приболел, лежит, кашляет. Слушайте, пьет таблетки, ингаляции. У нас все делаем, чтобы поставить на ноги нашего малышика. Илюшка, а Тёмка в той комнате лежит, чтобы, ну, не заражаться. Девочки, вообще какой-то вирус. Но это Макс заболел. И Илюшка следом же, сразу же. Вот, так что здесь тоже надо порядок навести, такой бардак на столе. А я сейчас полы помыла, убрала здесь все и жду, знаете, что жду? Что я жду? Я же ничто не жду, я изолировала, один у меня в этой комнате, другой там лежит, а я буду готовить есть, потому что нужно приготовить покушать. Илюшке даю вот такой кадылак, не знаю, насколько он действенный, но кашель уже отхаркивающий. Поставила говядину, хочу бульон, просто бульон им сделать. И сердечки с капустой, потому что они любят. И Тёмка ест, у меня любят сердечки. Потушу с капустой сердечки. Такой вот у нас сегодня будет обед, и будем ждать диван. Надеюсь, вам сегодня покажу. Еще у меня стирка, глажка. Сегодня я на хозяйстве. Ну, в принципе, как обычно, ничего не меняется. Так что мы с вами сейчас будем готовить, убирать, диван собирать. И надеюсь, что в этом влоге я уже покажу вам новый диван. Не знаю, во сколько его привезут, но привезут это точно. Так, пока тушу сердечки, решила сделать себе кофеечку. Девчонки, пью капучино. Утром пью капучино двойной. Обожаю, когда много кофе. А днем могу просто капучино выпить или латте. Я, кстати, знаете, что еще не пробовала? Так, лонг не пробовала. Допио, это двойное, я такое не могу пить. Флат, уайт, капучино, микс, кофе обычное. А ну давайте просто кофе сделаем. Я такое еще не пила. Оригинальный кофе. Так. Молоко ставлю в холодильник всегда, девчонки. Прокисает, знаете, ну как бы понятно, что надо его в холодильник ставить. Ой, как вкусно пахнет кофеек. Вот здесь вот зерна, видите, засыпаю. Ладно, пусть кофе готовится. У меня сердечки водой еще залила. Хочу еще протушить. Бульон варится. Капусты нашинковала уже. Стол немножко прибрала. Поменяла вот эти штучки. Новенькие постелила. Те уже выбросила. Они все равно заляпываются. Их беру в Кёхленде. Вот. С чем бы мне кофе выпить? Я, кстати, в последнее время, знаете, на что подсела? Он пишет, залейте свежую воду. Ну, это уже он сварил кофе, это можно убрать. Я всегда кружечку ставлю, чтобы вода... Нет, и кофе, и воду сейчас буду заливать нужно. А это мы сейчас с вами пить будем, кофеек. А, забыла, на что подсела, покажу. Так, а где они? У меня моя гречечка здесь стоит. Сейчас покажу. Вот эти вот вкусные очень. Но обязательно смотрите сроки годности. Девочки, один раз купила, прям воняли уже протухшими. Но это, знаете, кто на диете. Такие, как типа десертики. Обалденно вкусные. Ну что, диван наш пришел. Честно скажу, он получился немножко больше, чем я рассчитывала. Но он очень классный, вообще вместительный, девочки. Вот специально можно раздвигать вот так одну запчасть смотреть. Допустим, телек смотрите. Ой, Илюш, сейчас будешь дышать. Илюшка у меня болеет, вообще такой кашель. Вот, видите, ножки, одну сторону можно раздвинуть и смотреть телевизор. Но он очень мягкий, само качество классное. Конечно, его нужно накрывать маркой. Потом вот сюда хочу красивую картину повесить. Я уже нашла, какую будет хорошо. Ну, мальчишкам нравится. Они часто смотрят всякие кино, здесь лежат. Им будет удобно. Как бы, ну, зона для того, чтобы поиграть в приставку, там, позаниматься. И... Кстати, я же хочу сейчас в приставку поиграть, подышу и поиграю. Вот эту... Нет, сначала ты подышишь, ладно? Ну, я сказала, сначала подышу, да, поиграю. Так что вот такой вот диван. Вот эту сторону выдвину. Ну, удобный, очень мягкий, да, очень мягенький. Вот эту сторону выдвину. Да. Просто потому что я его так не смогу играть. Мне надо... Две стороны. Илюшка тут тебе ложу разложил. Мне нравится, знаете, что в этом диване, видите, половинку можно разложить и смотреть. Ну, играть там, смотреть. Да, здесь можно сидеть, здесь лежать. В принципе, мне нравится диван, девчонки, мне понравился. Единственное, конечно, я немножко не подумала головой с цветом. Надо было потемнее брать, но уже ничего не исправить. И он немножко больше, чем как бы я рассчитывала. Тот диван у меня был до сюда. Видите, вот до сюда где-то. А этот вот настолько получается шире, чем тот диван. Ну ладно, я женщина такая. Поиграли, поспали, квартиру поменяли, новую купили. Но я шучу. Нет, мне нравится. Хороший диван, да, Илюш? Удобный. Вот Илюшка такой хотел. Он говорит, мам, я хочу, чтобы лежать и смотреть телевизор. Прям вот, чтобы кайфово было. Мягко, удобно. Я думаю, ну, как бы нам пойдет. И еще, конечно же, я сейчас вижу, уже сейчас все у меня. Вот здесь будет у меня большая красивая картина. Я уже, ну, нашла ее. Вот. И перегородка будет по-любому дерево. Перегородка сейчас сюда необходима. Она очень сильно просится. Вот. И будет хорошо. Так что, девчонки, кресло уже, наверное, не буду покупать. Я тоже думала, куда уже и так. Вот видите, диван как можно и так раскладывать, и так, и уже без кресла. Вот, сейчас меняю постели детям здесь и будут лечить. Сейчас будет дышать, Илюшка, еще ингаляции. Ну, еще на ночь еще подышишь. Вот, так что ставлю его на ноги. А на сегодня все. Всем спасибо, что посмотрели. Пока-пока. Илюшка, маши пока-пока.